Эй, всем привет, народ. Ну чё, продолжаем столкач. О, раздобыли, короче, прошлой серии. Кто смотрел, конечно же. Если не смотрели, обязательно посмотрите предыдущую серию. Вот такой РПКшку. Раздобыли ФНку. Скар Л. Вот. Короче, вооружены теперь по самые помидоры. Вот. Ну чё, сейчас топаем, короче, на бар. Посмотрим, может там какие квесты есть. Ну, как бы нет, в смысле, я имею в виду взять квесты. А на самом баре там, по-моему, у нас поговорить с Петренко и где-то там неподалеку. Сейчас на свалке где-то там чувак тусует, которого надо убрать, там Сидорович попросил. Вот. Че, уберем по дороге того чувака. Там попиздим немножко, тут попиздим, короче, все будет заебись. Вот. Этот чувак, я надеюсь, там не свалил прям далеко. Па-п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 ам, как громко. Давай потише, пожалуйста. Давай вот так вот. Хоба. Все, потише. Теперь давай поищем по КПК этого чувака. Пу-п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 у. Нифига себе он свалил. Он же был еще совсем недавно вот где-то, блядь, вот тут, по-моему, тусовал. Ну давай уже, нагоним его. Ну это в эту, как она там, эта локация? Темная долина, по-моему, называется. Там, где еще, короче, база свободы. Война, кругом стреляют. Ох, ебать, тут засветы идут. Не? А знаете, что я не сделал? Я немножко не подкрутил ради эксперимента графику сейчас. Давайте я сейчас секундочку такой остановлюсь, такую писечку, короче, сейчас чуть подкручу и, короче, вот продолжу. Вот так. Так, ну чё, смотрим. Ничего не лагает, картинка нормально там. Все. Я не знаю, заметно вам там, незаметно это. Ну, просто скажу, что оно вот чуть-чуть лучше, вот чуть-чуть. Я, короче, каждый видосик там прибавляю, там, ну, где-то по 1000, скажем так, качество захвата. Просто я, когда только настраивал эту карту видеозахвата, скажем так. Этот прицел на самом деле-то ни хрена не видно. А со скара-то они валятся поэффективнее, я вам скажу. А у меня что, патронов на него нету больше? Слушай, есть, что ты пиздишь, блядь? Вон, у тебя 46 патронов, что ты не перезаряжаешь? Вот R нажимаю, блядь, он не перезаряжает. А, давай калак перезаряжу хотя бы. Вообще какая-то есть проблема, блин, с перезарядкой тут у него. А помните эти собаки там моего непися убивали? Братан, а что ты скар не перезаряжаешь? Почему я хочу прицел поставить? Потому что, блин, ну через этот плохо видно, что по бокам там творится. Давай хвостец сюда свой. Короче, да, определились. Сейчас посмотрим у кого-нибудь, какой-нибудь торговца, может найдем. Прицелыч. Или он типа не заряжает там пока, может. Ах, хрен знает, что он не перезаряжает, если честно. Так, я сейчас просто ворочаю и смотрю, блин. Да, картинка, качество есть. Призов нету. Короче, на обратном пути зайдем сюда. Купим тост с прицелом и сдадим по квесту. Профит, профит. Правда, не помню, сколько он там, тридцатку, наверное, стоит. Ну, мы продадим всякий шлак. Я бы даже сейчас бы заскочил, всякий шлак продал бы, вот, прямо им. Не, ладно, бармен купит части мутантов, скажем так, мне кажется, лучше. Так, они вроде всех пропускают. Я даже никого не вижу из долга.
А вы, пацаны, вообще, вы долговцы или вы сталкеры, блядь? Если нужно что, спрашивай у главного. Чё-то мне кажется, что это просто сталкера тут стоят. А вот и долг, да? Доблестный долг. Победоносный. Чего расскажешь хорошего? А, этот хочет махаться, но у него нечего предложить мне. А за денежку? На, короче, пистолет, держи и все. Не мешай. Ну, скинул пистолет так, чтобы просто веса поменьше было. Типа, деньги, пыль, может. Тот, конечно, мне больше предложил бы за него, но там... Что мне там говорить этих 20... О, братан, слушай, я тут такую нашел тему. Тебе понравится. Гора мусора целая. Новости, сталкер. А уже не хочешь? То есть купил пистолет и все. Ладно, я вам сталкерам все отдам. Бля, братан, смотри, какую гору мусора тащу. Сам аж еле передвигаюсь. Слушай, все вопросы к главному. Ну ты, блядь, нехороший ты человек. Ну чё мне, тем тянуть ради этой горы мусора? Сколько оно весит, блядь? 0,4. И чё я там, лопату, по-моему, подобрал. 1,5 килограмма. Вот эти вот 1,5 килограмма мне и вот и весят. Все, короче, пацаны, лопата лежит. Можете копать. Я вам разрешаю. Давай, сейф. Так, аномалии тут есть вообще? Ну вот одна, но ее хорошо видно. И сейчас такой влетаю, такой, хе-хей! И полетел, короче, на орбиту, блин. Макс полетел там вместе с Илоном Маском. Осваивать неизведанные территории нашей вселенной. Па-п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 а
Сейчас бали там еще водички себе купим, музычку потише сделаем там, даже может сейчас. Реально эта музыка как вопить начинает там, тут ни хрена не слышно, короче. Я, конечно, пересматривал там на записи, типа вам оно так не слышно почему-то, то есть так громко, то есть оно не перебивает ни игру там, ни меня, но вот когда он начинает у меня, там, прям вообще там, и нифига не слышно. То есть еще некоторые песни там, ну, прям, ну, реально надо стрёмно, что может прилететь опять там какая жалоба, там, авторские права, там, все дела, все помидоры, скажем так. Не хочется. Так, а собачки тут, мутантики будут какие-нибудь, нет? Местная живность прикормленная. Опа, есть. Все, все. Блять, ну я честно вот... как бы тут прошел с менее серьезной пушкой, я не знаю, блин. Особенно, если бы эта зараза еще бы клинила бы, как предыдущий калашников. Или там осечки были, или что там было с ним. Псевдопес. Давай. Надо же патроны как-то отбивать, да? Сколько я там на вас потратил? А фиг его знает, да? Ну, магазин тут 60-ник, так что... Это на самом деле это РПК бы. Вот прицел вот на него реально, да, надо. И так, в принципе, с ним ходить можно. То есть нормальная волына. Здорово, пацаны!
Чё, как вам там? Пострелял, короче, вашу живность. Кто-нибудь заплатит мне за это? Вашу работу сделал, блин. Здорово, мужик. Он, короче, шел ко мне, потом передумал такой. Такой, а, ну его, видно сразу по лицу. За булдыга, блин, серьезные стволы. Куртка какая-то кожанка, потрепанная причем. Ну да, вообще, мега чел. Что там написано? Keep hands out of machinery. Держите руки подальше от механизма, я не знаю. Короче, не суйте ваши руки туда, куда не следует. Написано. Господи, боже мой. Откуда мне еще один килограмм взялся? Ну, портянки, они ничего не весят. А, ну это, блядь, аж из мутантов там посадзал. Ну это вот все бармену. Мне выкидывать, меня жаба задавит, короче. И что надо там за что-то патроны покупать? Опять же там... Снаряжение хочется получить себе, да? Какую-нибудь куртку там. Слушай, мужик, я же допру, блин. Я же допру. Ну вот пытаюсь, блядь. Не выходит как-то пока. Особо быстро. Смотри вон на мою тень. Он там уже, наверное, на коленях там ползет просто. Вот так вот. И это он меня так поддерживать пытается, я не знаю. Можем еще, конечно, на арене посражаться. Тоже бабло будет. Да, мужик? Фух, запыхался. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А, слушай, он же пить хотел. Ой, бля. Вот, кстати, мне попить появилось. Все. Попил. Кстати, это нифига ему не помогло. Ему еще хочется пить. Его прям пробило там на жажду так конкретно. Бар, сто рентген. Так, ну я дошел до сюда, надо сохраниться как-никак. Это ковылял уже, блин. Так, что скажешь? Проходи, не задерживайся. Да, я этого ждал. Прохожу, не задерживаюсь. Здорово, мужики. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Мужик, а что тебе с глазом? Тебе бы это, к доктору сходить. Только ощущение, что у него глаз левый чуть больше правого. Или это за счет шрама там, или что у него там? Так, Сидорович, давай сюда. Давай сюда, иди. Делишки у воришки. Так, что у нас в меню, давай. А, ты чистокавкой торгуешь. Жареный тушкан. Радиацию не дает вроде. Ладно, похаваем сами жареного тушкана. Давай части мутанта вот этих забирай. Это, короче, пёр страдал ради 253 косаря. Ну ты, блин, и жадный ты человек. Работа. Еще. Схони в хране интересными документами. Если тебе показывают, если неизвестно координаты, да никак. Сомневаюсь, что это ловушка, потому что тебе... Потому что меня подставлять, это тебе не Сидоровичу на кордоне сделки срывать. А. Дикая территория. Ну давай, ладно, схожу за тайником. Еще? На росте южнее прохода на армейские склады. Давай, все, ну туда пойдем. Еще? Еще? Псевдособаки. Бля, братан. Ладно, давай уже что-нибудь придумаю. Еще работа. Бандиты болота. Нет. Нет. Не-не-не-не-не. Нихера нету, я понял.
Папа-папам. Ты на говно всякое продать сходить. Так, ладно, одну секундочку. Так, ну чё, продолжаем. Папа-пам, я хотел тут пойти продать. Это вроде туда, к Долгашам надо. Там у них вроде торговец сидел. Который, по идее, должен скупать все это пушки там. Не нужно. И тут вроде еще доктор сидел. Но доктор мне, по-моему, не особо-то и нужен. Я вот что забыл, вот только сейчас подумал, вспомнил, что, наверное, я у бармена, короче, не купил воды себе попить. Я же там бахнул банку газировки, но ему мало было. Ну, здорово. Здорово. Че, глаз заплыл? А, тебе порезан он так. Так, папа-пам. Давай вот так, забирай шотган. Забирай вот эти патроны снайперские. Это типа хреновые патроны. Непригодные. А вот, наверное, что у меня пушка и клинила из этих непригодных говнопатронов. А что у тебя, кстати, в ассортименте есть? Прицелы есть? Вот. Я бы вот этот взял бы кобру. Пем-пем-пем. Хочу кобру, да. Так, аптеку. Аптеку я не у тебя возьму. А у другого челика возьму. Так, патроны калашовские. Вот эти ПС-очки давай мне, пожалуйста. И Наскар, наверное, возьму. ЕРП. ЕП. ФМДжейки давай. Так. И давай я хочу... Но не такой. Хочу вот такой прицел попробовать. Так. Подожди. Он же вроде только калашовский. Ай, блядь, у него ж нету этой плашки. У него ж пикатинья стоит. Ладно, он вроде недорого там обошелся мне. Ну, 500 рублей проебал, да, это вот. Бесспорно, скажем так. Швейные я оставлю для костюмов. Все, забирай свой прицел, блин. Мне почему-нибудь под пикатинни бы. Под плашку пикатинни. А у тебя такого нету, да, братан? А у тебя такого нету. Бомж. Ножик, может, нормальный. Непригоден для разделки крупной дичи. Ладно, блин, чё я уже. Трубалит тебе продал. Подожди, там что-то у него было, по-моему. Общих знакомых прибыл для решения проблем насущных. Что надо сделать? Весь внимание. Да, Петренко, по квесту. У меня есть информация о том, что одному из сталкеров удалось украсть кое-какое оборудование выжигателя мозгов, спрятаться его в зоне. Есть вероятность, что оно может вывезено из зоны и способствовать созданию крайне мощного и эффективного оружия. Пасть не в те руки. В разведке нам стало известно о ряде мест, где оборудование сейчас может находиться. На аэропроме, короче, искать, да? Ну, давай поищу. На всякий выжигатель мозг найдется. Давай. А так работу дашь какую-нибудь? У Кабюрера. Бандиты болота. Нет. День на месте в складах к северу. Свобода. Не хочу свободу. Наемники. Ментальный огонь. С наймитами повоевать. Ну мы с ними и так типа не в ладах. Не хочу, братан. Ну извини, конечно. Ну, к доктору сходить надо. Все, задание у тебя я одно взял, все, и отлично. Рассказывай. Давай. Ба-ба-бам. Подожди, 1875. Держим это в голове. 1875. По-моему, это за касание продавал. Ну? 1875, а у тебя? Не, у того повыгоднее, ладно. Беру свои слова обратно.
Давай. Давай вот эту фигню сюда. Бинты у меня есть, по идее. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам-бам-бам. Не вижу их. Так, 6 тысяч. Все, один с косарей, патроны есть. Не знаю, а подожди, а куртку я могу подремонтировать там тюбиком клея? Не могу, это швейный набор надо, да? Вот это вот тоже не могу. Чё ты такое? Набор для стрижки, это для разборки, да? Сумель для разборки, всеместный бонус для ремонта. Труселя заберешь, блин, старые? Труселя не забирает. Подожди, этот Петренко забирает труселя. Поэт занимается массовой скупкой труселей для своих долговцев. Да ты рассказывай, чем... С труселями пришел. Не обессудь. Нет, труселя ему... Давай я тебе патроны вот эти вот ненужные отдам. И вот этого что? Это тип системы жизнеобеспечения. Ладно, еще раз быстрый взгляд. Нет у него прицелов никаких нормальных, адекватных. Ну, похавать захотел. Давай тушкана захаваешь. О, тушканчик пошел в дело. Слушай, не, немножко фонит. А что в описании тогда не написало, что типа фонит? Чё, на арене может боец сыграть? Давай уже, чё. Давай, пофиг. Надерём зад. Два свежайших куска мяса. Ну. Кто-то из них сегодня станет мясом на корм собакам. В буквальном смысле. Начнём. Ну чё, погнали? Пока не дали. Давай губасы сюда. Угу, перегружен, я понял. Ну, кстати, раньше, по-моему, он скидывал мои вещи. Ох, ты ж подгончик. Ну что, на продажу сойдет. Давай, бабло. Ну, 1000 рублей дал. Короче, давай арену уже в следующей серии, может быть, да? Что считаете? Я считаю, что да. Все, с вами был Зазепа. Все, всех люблю, всех целую. До встречи в следующих сериях. Сохранюсь даже при вас тут. Номер 2. Все, давайте. Все, не скучайте.